Другим новостям. Сегодня в 18.00 истек срок предоставления документов ЦИК Республики для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев по Якутскому одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Зоя Соловьева, Максим Местников, Алена Атласова и Андрей Борисов должны были передать в Центр избирком уведомления об открытии отдельного избирательного счета, а также подписные листы в свою поддержку. Для регистрации кандидата, заявленного в порядке самовыдвижения, количество необходимых подписей избирателей определено в 18 542. В настоящее время документы сдали два кандидата. Борисов Андрей Савич и Атласова Алена Николаевна. Кроме этого, сегодня до 6 часов приходил Местников Максим Иванович, который принес два заявления. Суть заявления в том, что он документы принесет после рассмотрения апелляционного суда. Добавлю, что в течение 10 дней до 13 августа ЦИК должен проверить все представленные кандидатами документы.